Ты цела? Мне повезло. Теперь сюда вроде. Жуть какая. Слушай, я кое-что заметила в Дюмете. Что? В общем, в детстве я мало разговаривала. Да ты что? Погоди, я просто молчала. Это называется селективный мутизм. То есть я могла говорить, но не хотела. И каким боком тут Дюмет? Мы не слышали его голос. Так. Психологи объясняли мое молчание тем, что я так прячусь. Что мне страшно заговорить и показать, какая я есть. То же самое у Дюмета. Понятно, что он не хочет себя выдавать. Нет, не в этом дело. В нем есть внутренний конфликт. Он сам не знает, кто он такой. Словно он застрял между двух личностей. Ну, хорошо, что ты не убийца. Это пока.
Может, получится починить. Доброе утро, Чикаго. Мы начинаем со срочных новостей. Сегодня полиция Чикаго подтвердила, что тело мужчины, найденное во время пожара на заброшенном складе в районе Фултон-Ривер, принадлежит пропавшему агенту ФБР Гектору Мюндею. Мюндей был идентифицирован как убийца по прозвищу Филер, чья недавняя серия убийств вселила страх в сердца жителей Чикаго и окрестностей. Представитель полиции Чикаго подтвердил, что Мюндей убил 4 человек, в том числе офицера полиции Патрика Стэнли, ветерана с 22-летним стажем, погибшего вчера вечером. Пожар удалось потушить приблизительно к 5 часам утра. Тело, найденное на месте преступления, сильно обгорело, но полиция опознала Мюнде по слепку зубного ряда.
Охренеть. Что это вообще такое? Бежим! Скорее! Боже! Боже. Что здесь случилось?
Что это? Что за черт? Марк. Марк! Эй! Марк! А это, кстати.
Я справлюсь. Марк. Ау. Черт! Да, попробуй достань. Thank you.
почему нет? Марк? Какого хера? Чарли? Ты живой? Ты мне ребра сломал! Чарли, я думал, ты умер. Да, я мог. Извини, что я думал. Как ты оттуда выбрался? Да, я тоже тебе рад. Я чуть не поджарился. Знаю. Мы видели. Видели? Что за херня? Как ты вообще выбрался оттуда? Где все? Марк, они живы? Когда убегали, мы разделились. В этом отеле куча всяких ловушек. Дюмет с нами играет. Надо валить отсюда. Пошли к парому. Он не работает. Мы решили идти к маяку. Попробовать послать СОС. Полная жопа, конечно. Подожди-ка. Я с ней уже попрощался.
Чем так воняет? Я видел собаку. Да, я тоже. Испугался до усрачки. Она теперь тоже тебя боится. Тише. Сиди тихо. Боже мой! Что? Зачем это? Он хранит тела жертв. Но зачем? Для него это ценность. Трофеи. На память. Дюмет явно много знает. А не может быть, что он здесь не один? В смысле? Делать роботов, следить за домом и ловушками. Это реально в одиночку? Реально. Если он безумный и очень упорный. Да.
Гаррисон и Льюис. Не сломайся.